Снова здорово, господа. И у нас в некотором роде эксклюзивное, даже не то чтобы эксклюзивное, а весьма необычное видео. Почему? Потому что это видео не мое. Это видео нашего подписчика, а также нашего игрока из гильдии, он же Beholder 5, или Алексей. За что ему огромное спасибо, что подзаписал, скинул мне видео, разрешил им воспользоваться. Это у нас про получение Ревана, или Ревана, опять забыл, как правильно, Реван, по-моему. Четвертая, пятая, шестая категория. Почему не полностью все? Потому что, во-первых, видео получится крайне длительным, а мы договорились, что будем выпускать видео от 10 до 20 минут, для того, чтобы все-таки у вас было желание его досмотреть до конца. Также первую, вторую, третью категорию нет смысла показывать, ну, потому что они легкие просто-напросто. Отряд пачки мы уже с вами разбирали. Сейчас же мы на фоне, собственно говоря, посмотрим четвертую, пятую, шестую категорию. Они для меня стали новыми, я их абсолютно ни разу не видел, специально не смотрел, так как мне еще далеко, собственно говоря, до данного персонажа, да его мне в принципе не нужен, так как я играю за темных. Но раз Алексей сказал, Алексей сделал, и мне было интересно посмотреть именно то, как проходит он. Итак, мы о чем поговорим? Многие пишут, почему, где Звездные войны, почему их стало меньше, ты перестал играть, тебе неинтересно или что. Ребят, на самом деле все гораздо проще. Я дошел до 85 уровня, и формально что я вам могу показывать? Я могу снимать Звездные войны даже каждый день. Но что вы в этом увидите? Вы увидите только арену и битвы флота. То есть формально разнообразия никакого не будет. Это будут одни и те же видео. Многие сравнивают и говорят, типа, делай как шмель. Типа, запиливай стрим и просто болтай и проходи при этом дейлики. Ну, блин, ребят, стримы я пока делать не могу, а показывать вам одно и то же, без остановки, вот это все по кругу. Ну, это монотонно, поэтому теряется, в принципе, сам интерес к игре на самом деле, когда вы видите все одно и то же. Поэтому здесь я хотел бы немножко проконсультироваться с вами и прийти к какому-то общему взаимовыгодному заключению, скажем так. Я буду выпускать Звездные войны, я их буду делать реже, вот, но буду делать, собственно говоря, по событиям, по гильдийским событиям, по ход атакам, по там каким-нибудь редким событиям. В частности, я сейчас прокачиваю очень усердно пачку для получения клюка командира Люка Скайуокера. Она у меня совершенно не готова. После этого я буду прокачивать первый порядок, чтобы BB-8 получить. То есть сейчас мы пойдем по той схеме, которую я вам скидывал когда-то раньше. Именно гайд по получению всех легендарных персонажей. Я в свое время очень жестко протупил, и сейчас хочу исправить ситуацию. Поэтому темные у меня потихонечку переходят в тире. У меня 7 звезд Няхе, у меня 7 звезд Сиону. Няха опять же перешел на 12 тир. Сион тоже в скором времени перейдет на 12 тир. Также у меня останется только Траун, собственно говоря, поднять его до 12 тира. Из новостей еще и что интересного. Акбар, да, дом 1. Акбар никак не тронулся, а вот шаттл дом 1, прошли испытания на 6 звезд и прошли испытания на получение 7-звездочных осколков уже непосредственно, при том прошел формально 3 кораблями. У меня, к сожалению, не было возможности записать, но скажу, что проходил я Биксом. Дальше у нас были, соответственно, Фениксы, это у нас Призрак и Фантом. И была еще подмога вроде команды Бистана. Второй корабль еще у них Кассиан. И был еще капитан Клон Сержанта. Во, точно, вспомнил, он еще же у нас был. Вот, но они крайне слабо прокачаны, и основная ихняя задача была как можно больше накидывать захват цели для того, чтобы Бикс восстанавливал себе защиту без остановки, чтобы не спадала провокация. Таким образом, я прошел на 3 звезды все испытания, не потеряв ни одного корабля. Для меня это было крайне удивительно, я думаю, что это все-таки совпадение, что искусственный интеллект, так сказать, немножко пощадился надо мной, сжалился, что ли, и пропустил меня дальше вперед. Также из новенького у нас ничего, собственно говоря. А, нет, вспомнил, ребята, наша гильдия объединяется в Содружество АЕ.
так сказать, мы вступаем в большой союз. Теперь к нам попадет часть игроков, я надеюсь. Также к нам будет переходить время от времени десантура, которые нам будут помогать закрывать танка 7 и триумвират, также на 6, на 7 звезд. Там мы посмотрим. Сейчас мы проходим 5-звездочный, и он нам дается не самым легким образом, скажем так. Есть у нас много сильных игроков, но все-таки они в меньшинстве на самом деле. Скрывать не буду, гильдия еще развивается, есть куда стремиться, и очень хорошо, что ребята, которые отозвались, вступили в гильдию. Я им безумно рад, благодарен, что пришли и остаются все-таки с нами. Дальше, что у нас по Звездным Войнам? Я думаю, что я уже объяснил, да, большую часть, то, как будет происходить. Видео у нас будут выходить, я думаю, это ближе к выходным. В течение недели я буду вам записывать интересные видосы, например, ход атака. Она идет в течение, если я не ошибаюсь, 5 или 6 дней. Я буду записывать прохождение, допустим, спецбоев. Или какие раскладки, то есть какие бои выполнять, где сколько надо брать звезд, куда надо высаживаться. То есть стратегии, некоторые фишки буду рассказывать. Эти видео должны получиться максимально сжатыми, потому что если я вам запишу, буду записывать все этапы, да, то это получится, там, я не знаю, часовое, наверное, или полуторачасовое видео. Если я не буду влезать в один ролик, то я буду делать проще. Просто-напросто делать, допустим, ролик в среду, опять же, в субботу. То есть не переживайте, Звездные войны не забыты, Звездные войны играются. Просто по достижению 85 уровня происходит такая фигня, что персонажей не хватает для того, чтобы разнообразить контент. А показывать одно и то же мне не хочется. Ребят, это все сказывается и на канале, и по отношению вот к вам. Мне просто стыдно на самом деле писать одно и то же. Если бы, да, если бы это были бы стримы, как у Шмеля, то это другой разговор, это живое общение. И это хотя бы живое общение. То есть за счет этого, собственно говоря, я думаю, он и вылазит. Потому что он-то показывает одно и то же. Как много раз говорю одно и то же, это пипец. Прошу прощения. Вот. А что у нас дальше еще из интересненького? Как будет у нас проходить в дальнейшем Звездные войны? Обязательно буду показывать, как растет наша гильдия. Кого я качаю, по какой причине я вкачиваю. Буду давать некоторые советы. Рассказывать сложности, с которыми я столкнулся. Первое из моих сложностей — это то, что я кинулся собирать всех по максимуму и совершенно забыл про ключевых персонажей. И это не моя аренная пачка. Аренная пачка у меня поживает вполне себе даже неплохо. Флот тоже в принципе неплохо. То есть топ-100 там, топ-50 там. Это в принципе хороший показатель на самом деле лично для меня. Особенно после объединения арен. И на данном этапе меня это устраивает. Конечно, хочется быть в топ-10 и там, и там. Но до этого еще как бы расти, расти и расти. Мой косяк в том, что, повторюсь, я кинулся собирать всех персонажей. Неважно, нужен, не нужен. Вижу его в магазине или еще где-то. Я его обязательно собираю. Зачем? Я не понимаю. Это моя ошибка. На самом деле, это ошибка не только моя, ошибка многих. Почему вот сейчас приходят люди к нашу гильдию и говорят: посмотрел твое видео и понял, что не тех качал. Ребят, я тоже не тех качал, мне тоже помогали. Это абсолютно нормально, это комьюнити игровое, и это прекрасно, когда оно существует, и оно хоть как-то развивается. Когда вот у нас сейчас, допустим, в Дискорде, да, у нас не так много людей на самом деле. У нас там 352 участника, активных, естественно, меньше, потому что кто-то туда вступает чисто задать там пару вопросиков, и либо узнать просто пароль от арка или еще что-нибудь. Но есть и те люди, которые реально заинтересованы. Они создают наше комьюнити Frisson Games. Не побоюсь этого сказать, это наше комьюнити. И я безумно рад, опять же, что все такие красавчики, молодцы, добавились, общаемся. У меня не всегда получается, вы прекрасно знаете, все, кто сейчас состоят в Дискорде, знают, что я временами немножко пропадаю. А все почему? Потому что сезон начинается у меня на работе, мы должны подготовиться опять же к этой работе, чтобы был товар там, то-то, то-то. Ну, короче, не буду вдаваться в подробности, начинается сезон. Также попутно у меня готовятся сразу три ролика для второго канала.
Я не хочу спешить со вторым каналом, хочу выкладывать более качественные ролики, чтобы они вам заходили, чтобы они вам нравились. Но не могу, просто не в состоянии, я не умею делать это быстро. Это да, это мой косяк. Но опять же, я далеко ушел от Звездных войн. Прошу опять прощения. По Звездным войнам у нас все хорошо. Будем продолжать дальше в том же духе. Видосы будут 1-2 в неделю, поэтому убедительная просьба, байка, не задавай вопросы, Звездные войны будут, все будет классно. Если хотите пообщаться, обязательно добавляемся в Discord. Если хотите поиграть с нами в гильдии, вступайте к нам в гильдию. У нас много игроков, достаточно сильных, крепеньких, которые не хотят к нам переходить, пока не соберут Дарт Трею. Вопросов нет, конечно, собирайте без проблем, будем рады видеть всех игроков. Просто есть такие ребята, которые не хотят к нам переходить в гильдию, говоря, что она слабая. Типа вы закрываете только 7-ю яму, 6-го танка и триумвират у вас типа слабенький. Ну, ребят, на самом деле это так и есть, но если сильные игроки не появятся, то гильдия и как бы не начнет развиваться от этого, да? Опять же, если вы ждете дальнейшего развития и хотите уже непосредственно попасть в сильную гильдию, то вы можете профукать тот момент, когда просто гильдия наберется и вам не хватит места. Потому что те, кто изначально пришли, пусть даже 30-х, 40-х уровней, они значительно важнее, нежели взять кого-то, выгнать, допустим, из них и взять чувака прям вот с 3 миллионами силы, да? То есть он пришел на готовенькое, а ребята с самых низов, со мной с самых низов, они поднимали гильдию на своих плечах, так сказать, выносили. Ну, это относится и к тем ребятам, которые также сильные пришли с самого начала. Это к тому, то, что, ребят, не проебите момент, извиняюсь за выражение. Если вы хотите с нами играть, то ради бога добавляйтесь, я буду рад видеть каждого из игроков. Мы будем вместе пытаться что-то строить, что-то свое. Альянс, напомню, у нас АЕ уже состоялся. Сейчас мы ждем переименования гильдии через службу технической поддержки. Она немножко затянулась, не знаю, какой причине, хотя подтверждение пришло. Но в игре почему-то переименования у нас пока еще не было. Естественно, десант мы еще не получили. Танк у нас 7-й будет только с десантом. 6-й мы закрываем, но на 7-й, честно, мы, наверное, попробуем на него сходить. Мы сейчас накопим и, наверное, сходим, попробуем 7-го танка закрыть самостоятельно. Не знаю, насколько хорошо это получится. Триумвират на 7 звезд мы пока не пойдем точно. Потому что мы 5-й закрываем достаточно продолжительное время. 7-й это будет, я не знаю, это будет что-то адское вообще. И вряд ли мы его закроем, скажу вам честно. Что у нас еще? По флоту. Флот я пока забил целиком и полностью. Я прохожу битвы, но на флот я не обращаю ни малейшего внимания. Да, я скупаю осколки Дарт Вейдера, точнее его истребителя, потому что не хватает. Он у меня 6-звездочный, хочется 7-звездочный. Частично подготавливаюсь немного к Химере, но опять же это также от случая к случаю. Сейчас же у меня все силы направлены исключительно на стратегическое развитие моих пачек. Соответственно, сейчас это у нас идет отряд на Клюка, затем будет и пойдет первый порядок BB-8 и так дальше. То есть Йода у нас есть, остается только взять ему, собственно говоря, 7 звезд. То есть мы будем сейчас собирать абсолютно все легендарных персонажей, за исключением, наверное, Ревана. Он у нас останется на самый-самый-самый последок, потому что там, да и персонажи неприкольные, короче, не знаю, где они могут использоваться, потому что если ПП, допустим, Феникс и Сопротивление то же самое, они могут использоваться в атаке Ход, если я не ошибаюсь. То есть они еще пригодятся на различных событиях. То Старая Республика, вы, конечно, сейчас можете в комментариях меня поправить, но я нигде не видел, чтобы она нужна была. Такой хрен ее придумали, сволочи, бесят. Лучше бы темного Ревана ввели. Или нейтрального, нейтральных персонажей. Вот до сих пор меня бесит. Кстати, надо написать в службу технической поддержки, где нейтральные персонажи не вводят ни одного нейтрала. Зачем создавать фракцию, если туда не добавляют персонажей? К чему она ведет? Есть подозрение, что быстрее игра загнется, нежели они введут нейтралов. Хотя, может быть, это будет второе дыхание или... Ну, не знаю. Будем посмотреть, в общем-то.
А что у нас? Я достаточно много уже наболтал, немножко и лишнего даже взболтнул, и не по теме, но, блин, ребят, мне приятно с вами пообщаться, и «Звездные войны» у нас, в принципе, всегда была такая тематика «Звездных войн», что мы собираемся на попиздеть. Извиняюсь за откровенную речь, но «Звездные войны», я понимаю, что смотрят меня достаточно взрослые самостоятельные граждане, которые меня простят, надеюсь. Вот, что у нас еще? Наверное, все, да, будем смотреть победу нашего Алексея, с чем мы его поздравляем. Он собрал себе полностью ревана, красавчик, в гильдии он отлично себя показывает, в принципе, человек очень адекватный, очень приятный в общении. Повторюсь еще разочек, добавляемся к нам в отряд, будем дружны, будем расти и развиваться. Большое спасибо, кто посмотрел, выслушал мой порыв душевный касательно «Звездных войн». Огромнейшей вам удачи и пока!